сунулась в грядку с фасолью. А там столько фасоли. Щипала, 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 щипала. Ну, хватит пока этой. И вот эту белую смородину щипала. Или золотистая, как она называется. Ползала, ползала с двух сторон грядки. Вон ее тут сколько. Ну, я покрупнее собрала. Она у меня тут разных сортов. Проползла до кабачков. Это я зеленые стручки собираю морозить. Сколько войдет, положу. А остальную пусть спеет, наверное. Некуда у меня ложить. Морозилка забита. Всем на свете забита. Картошка так желтеет. Это сорт дежура. Ежевика бесшипая. Почти вся цвела. Завязала уже ягоды. И ягоды уже цвет он приобретают. С печью собирается. И тут у меня один кустик. А ягод немерено. Но она еще не вся цвела. Вот она. И ягоды, и бутоны, и цветет. И это все один кустик здесь. А у меня ведь еще два куста. Надо, наверное, изводить. Куда ее столько? А тут еще два куста ежевики. Без шипой. Вот она новые побеги дает. Вот там один куст посажен. И здесь второй куст посажен. И вот они образуют вот на этих перекладинах арку. Голубики очень мало на этом кусту. Чуть-чуть. А на этом кусту кисточка одна. Слива. Много сбросила. Осталось немного на ней. А здесь заплетает малинник. От соседей пришел. Они его вывели. Вернее, тут был наш малинник. Ушел к соседям. Мы его вывели. Теперь он к нам от соседей идет. Ну, пусть пока малина. Потом я его вырезаю, оставляю молодые, если будут. Это мята цветет дикая. А вот это мята. Перечная тоже цветет. Ой, только что обрывала хмель. А он опять свои щупальца вытянул сюда. Образовались у него. Мне не очень ясно. Вот такие шишечки, вот такие плези. И нажимолость. Надо его потом будет, соберу шишечки, и надо будет его снова коротко обрезать. Он рад все заплести. Бася мушкует. В пустой компостной куче
сидит лягушка. Красавица. Не буду тебя пугать, не буду. Опа. Анна. Ловит. Твердая была. Не знаю, ее собирают в какой спелости, какой фазе. Когда она мягчеет, она падать начинает. Может, ее зеленую вот такую надо собирать при первых, вот которые помягчеют, начнут мягкими делаться. Может, ее надо все массово собирать. У кого есть актинидия? Как ее собирать? Когда? На какой стадии? Ее столько много в этом году. Пока она твердая еще. Доспевает она или нет.